Евроспорт продолжает трансляции чемпионата мира по фигурному катанию. Лондон, Канада, Онтарио. Нелли Зиганшина, Александр Гази. На льду они будут исполнять сейчас произвольный танец. Давайте последим за исполнением этого танца. Дуэт очень опытный, дуэт катается вместе много лет. От первой серии «Твизлов» смотрим вторую часть. Довольно синхронно, небольшая, чуть-чуть они сбили в конце. Очень интересный сюжетный танец, посмотрите, очень интересная постановка. Сложные поддержки, тренируют пару. Артислав Синицын, Мартин Скотинский. Синицын является постановщиком хореографии этого танца. Интересная поддержка сложная, а? Вариант сложной поддержки. Что надо сознаться, очень оригинальная постановка во всех отношениях. Я даже не знаю, сюжет, не сюжет, но направление очень интересное. Знаете, редко встречается кино. Я помню,
номер Шалабурза, да, вот очень похож, ну, правда, там показательный номер, очень похож. Зомби. Шалабурза этого сезона? Да. Ну, там глубокая задумка, конечно, да, Шалабурза. Да, первые сувениры, цветы, сувениры, да, действительно очень интересная хореография, это Вячеслав Синицын подумался поставить такую интересную композицию. Да, Ростислав Синицын и Мартин Скотницкий, танцоры, очень известные танцоры. Один российский танцор, Карамышев Синицын, каталась пара. И Мартин и Диана Скотницкий. Вот Ростислав Синицын, конечно, встречает ребят, поздравляет. Сильно хороший прокат, интересная постановка. Я думаю, сейчас не опоздает, судя с оценками, не передумает, поставит хорошие баллы. Сильный танец был прокат на хорошем уровне, прокат с настроением. И самое главное, что выдержана полностью сюжетная линия. Вот Мартин Скотницкий, да, поздравляет ребят. Очень интересный танец. Знаете, вот мне понравилась последняя часть программы. Они очень увеличили скорость. Я думаю, судьи это оценят, потому что конец программы, все-таки усталость. Вот твизлы, посмотрите, конец прыжка вошли в твизлы. Первая часть довольно параллельно и синхронно. И вторая часть твизлов, ну, немножко синхронность была нарушена, буквально на одну долю секунды. Очень сложные поддержки были характерны для этой пары. Пара очень скатана, очень уверенно катается. И, конечно, исполнение таких поддержек не вызывает сомнения. Но они постарались все поддержки усложнить максимально. И Александр Гаджи, вот две, по-моему, поддержки, да, они все, он позиции, он находится в позиции кораблик. Сложнейшие перемещения. Да, вот эти мимики. Партнерши, да. Не, ну это яркий костюмированный номер, и костюмированный, и физианимированный, чего только в нем нету. Да, вы знаете, если убрать сложные поддержки и... Веселая компания, сейчас они заселились. Ну, они все очень довольны, конечно. Один из лучших прокатов произвольного танца. Они не очень хорошо в коротком выглядели и были по итогам короткого 11-ми. А сейчас для них... .93-68, вот посмотрите, они на 6 с лишним баллов превосходят свой личный результат этого сезона. Лучший результат. И сейчас они становятся лидерами.